Лицо, короче, сколько там? Они прям реально стоят дохуя. А там дохуя-то сколько? Ну, учитывая того, что их надо примерно каждому ДДшнику по 2-3, блядь, в нашем случае по 3. А каждый из них примерно сотку с хуем стоит. На хамну вопрос я бросил. Еще не ролили ни хрена. Хотя даже не фулл 4Т4, бля. У кого? У Сани. Видите, да, у нас тут, блядь, лок не без, даже без 4Т4, блядь. Главное, что тактику знает. Саня эксплуататор, блядь, просто. Эксплуатирует меня как может, блядь. В карман не помещается, на ворп прикручивает. На вой, да, отдает. Ну. Но у меня есть один кусочек шаману там. Либо плечо, либо руки купить. Так, это сумму там можно? Сейчас, 2 секунды. Короче, погибли, блядь, на самом деле крайне простой босс. За исключением одного. Я, наверное, блядь, до сих пор буду считать, что эта хуйня самый ДПСящий босс, блядь. Я правильно купил? Да. Это хуйня самый ДПСящий босс из всех, которых можно, блядь, нахуй встретить. Ей-богу, блядь. Появляется она плюс-минус вот тут. А, тактика на погибель. Сань, дай шкаф, блядь. Заебал. Нахуй ты его с собой таскаешь, блядь. Тыкните ему, он, блядь, безборщиков не умеет. Короче. У погибели имеет две фазы, наземную и воздушную. В наземной фазе мы ее ебашим. В начале, когда она приземлится, мы ее просто бьем. Просто бьем, не нажимаем ни бурсты, ни геру, ни хуя не нажимаете. Через какое-то время она кинет три метки. Эти три метки должны будут подбежать под нее. Соответственно, там будет лужа. То есть вы, если до этого будете стоять, лужа будет вас лужа дамажить. Когда вы стоите под меткой не в луже, вас дамажит не в луже. Соответственно, вы должны встать в лужу. Отдаете все бурсты, геру, всю хуйню вообще просто в нее вливаете. Я прям, блядь, вижу по чатику, как меня народ слушает. И бьете ее до момента, пока она не взлетит. Взлетает она крайне по-ебански здесь, потому что админы Сируса, видимо, не могут нормально ей прорисовать взлетку, она будет рывками взлетать. То есть метки, которые будут сюда сбегутся, должны будут побежать в сторону двери, две метки, должны будут побежать в сторону двери и выпить зелье оцепенения. Метка, которую я назову, должна будет побежать в нашу сторону. Мы будем ее вводить первой. Соответственно, что это значит? Да, тут надо пиздить своих. Поэтому, если кто-то вам не нравится, это не значит, что надо его убить, блядь. Его нельзя убивать. А по приору не буду говорить, кого, чего мы сейчас тут нахуй будем убивать. Я буду просто говорить, кто бежит к нам, кто к двери. Все. Самое важное, секундочку. Что когда... Можно секундочку? Совы и паладин не надо вот этого. Закрутил бурю там, вот, прямые косты тоже не надо. Тихонечко вот подошел так, тикнул чем-нибудь там, вот, чтоб это... А то умрет человек сразу прям. Мне не надо, спасибо, меня будут первым вводить. Да. Его будут вводить первым, потому что он долбанный лог. Сейчас объясню, почему. Мне не надо, хилам не надо вообще. В принципе, хилов она не берет. Хилов танка,
МТ она не берет. В чем смысл? Когда вы, получается, вводите человека, под ним появляется лужа. Во-первых, этот человек с этой лужей должен сразу съебаться, ДЦ-приз должен в него сразу кинуть щит. Но самое важное, с этой лужи надо съебасос сделать, просто, блядь, просто щемить нахуй оттуда, потому что там появятся мобы. Соответственно, вы должны будете их залить. Но мы сначала выводим двух человек и третьего контролим. Заливаем две пачки мобов. Выводим третьего человека, милишники остаются добивать мобов, РДДшники пиздуют убивать босса. Соответственно, к Игорю про мобов не относится, он идет, бежит ловить босса. В чем вопрос, наверное, у вас, в чем сложность, блядь, босс элементарный кусок говна? А на элементарный кусок говна, только тут урона просто пиздос. Когда вы в ее взлетке долго выбиваете людей, она стакает на вас дебаф. Увеличение получаемого урона от темной магии. В чем прикол? Мобы ебашут темной магией. И, соответственно, люди, которые у вас в рейде ебашущие темной магией, соответственно, локи, присты и все такие хуеплеты, тоже вас дамажут. То есть, соответственно, если вы вдруг когда-то пойдете в следующий рейд и вдруг вздумаете ШП выбить последним, ТШП даст вам просто одну чуму на 8 стаках и шотнет нахуй весь рейд. Соответственно, приор какой? Выбиваем лока, потом огнестойкого. Ну, это так, на случай. Всех остальных можно выбивать уже по очереди. Единственное, что огнестойки, если у тебя будут отлететь, соответственно, контроль, то ты, во-первых, отдаешь крылья всю хуйню и ебашишь босса. Ну, ты и так ебашь босса, не выбегай. То есть, вот то, что под мили она разливает лужу, ты не убегай, ебашь, я тебя прохилю. Анфрой, соответственно, убегает. И еще одно. Снимайте нахуй все сопроты, которые вы понавыпивали на Мальчизаре. Вы же хоть один сопрот получите пизды. Не, я проверяю. Чего вы думаете? Кроме Игоря. Игоря, вечная зима, верни обратно. А у меня кончился он. Дайте ему сопрот, бля. Нам зачем? И, в принципе, можешь оставить, но, в принципе, нахуя. Короче, просто я хуй, знаете, если три хила, она не будет ли нас тоже брать? Знаешь, так это по приколу. Как бы, здесь же Сирус, блядь. Ведь может и взять, и как тебе народ будет контролить? Когда у тебя там по 200 сопрота, и тебя нихуя ничего не дамажит, блядь, не контролит, ну, ты сам понимаешь. В принципе, это вся тактика на босса. То есть, сложность вся в том, чтобы не проебаться с контролем народа, не убить своих, соответственно, не сесть по мане, как, сука, последняя, потому что хилить надо будет просто очень много. И самое важное, выбегайте с этой ебаной лужи. Выбегайте нахуй, когда вас выводят. Своих не ваншотайте, паладины станы не давайте, блядь. Не давайте под лоу хп станы. То есть я и Игорь не даем. Контроль такой легенький, который снимается уроном. Либо очень жесткий контроль, соответственно, это смерч ебучий вихрь. И то он кидается на третьего чела, которого мы выводим последним. Сначала выводим двоих, третьего контроля, убиваем двух мобов, выводим третьего, приземляется эта хуйня, Игорь ее ловит, соответственно, милишники заливают ебаных мобов. У нас огнестойкий будет заливать мобов с инфроем, да? Похуй, милишники заливают мобов, мы им помогаем, потом все врываются в босса. Вначале никаких бурстов, ничего не отдаем вообще. Когда я скажу Геру, тогда отдадите все остальное. Игорь, я забираю защиту от темной магии, с тебя защита от огня, готовность. Вот. Можешь призывать.
Соответственно, огнестойкие к тебе не относятся то, что ты выбегаешь от босса, когда она сейчас разорвет под тебя луру. Ты стоишь и дальше ее хуяришь, я тебе прохил. Вечная зима первую, ты, соответственно, первое дыхание ее, ты нихуя не нажимаешь под все остальные, соответственно, прожимаешь по одному дефу. Ты вроде ее танчил, насколько я помню. Все, поехали. Просто пейте ее пока. Просто пейте, не бурстите, блядь. Ничего такого не нажимайте. Просто ебашим. Игорь, тебе надо отслеживать сожжение. Соответственно, сожжение — это твой самый хуёвый дебаф. Анфрой выбежал, огнестойкий стоит. Сейчас будет сожжение через 2 секунды. Сожжение пошло. Это первое. Хуя на тебя уебало, блядь, под первое. РДДшники, станьте чуть кучнее, пожалуйста, паладин, и так вас проще хилить. Ты где метки-то, блядь? Бля, дайте мне метку вот нестойкого, и мы ее шотнем нахуй до первой метки, блядь. Кушай стелок, бежим, бегемошишь, тяночка лича. Бегемошек, спад босса, куда ты побежал? Сказал же. Геру. Геру. Ебашьте все бурсты и всю хуйню. Игорь, сожжение 5 секунд. Попробуем тебе чуть-чуть шток настакать на всякие шлюхи. О, заебись. А, выводим первого, блять, пушится у лока, потом огнестойкого, тяночку лича, соответственно, контролем. Огнестойкий, если у тебя же стоит ДБМ, он, по идее, должен с тебя пуху сам снимать, но если чё, потом посори, снимешь, если вдруг ты нас перешотаешь сейчас к хуям собачьим. Она взлетает. Лок к нам. Все остальные в двери. Выбивайте лока. В смысле, меня наебало? Ну, грипни меня. Зима. Выбегайте, пожалуйста. Все, двоих вывели. Мобов убивайте. Не трогайте тяночку лича. Вообще ничего с ней не делайте. Мобов убейте. Вовье по минимуму, чтобы ее не шотнуть нахуй. Игорь, давай с тебя убийство этих мобов. Заберите с меня. Блять, я ебланый. Забыл праведную исключить. Все нормально, бегай, срачи, нахуй. Я поманил, охуенно. А где мобы-то, блядь? Да я ж. Да я ж могу, блядь, побить автоатакой, блядь. Я же. Нет, ты чё? Я мобон. Автоатакой пошел, нахуй побил. Все, выбивайте ее. Выбивайте ее потихоньку. Давайте. Не убейте ее, пожалуйста. Выбегай, выбегай. Выбегай, сказано. Выбегай. Игорь, лови босса. Игорь, лови босса, милишники, ебашьте, соответственно, все ебашьте мобов, все ебашьте мобов. Чтобы быстрее было. Гнев там выдай. Чего? Гнев. А. И сбой, что не держите. Все, вы, поздравляю, вы увидели всю погибель. Она просто, блядь, ебашит, как ебанутая, ну реально. То есть, ну это в 3 хила, когда у вас 2, типа, ну вообще пиздор. Я здесь только на хиле была. Да иди, бей, заебал. Да иди, иди, бей, Янфрой. Что реально тут 3 хила, блядь. Чё тут чердать-то непонятно. Игорь, сожжение 5 секунд, не проебывай.
Если что, потому что если ты упадешь, у нас все очень, у нас вайп, по сути, нам, блядь. Бегемошек, тяночка, клеща, Морхана. Сначала бегемошечку, потом тяночку, потом Морхана. Все бурсы у нее давайте. Под босса кого назвал? Да, короче, две взлетки будет по-любому. Блять, знаете, что был бы рофл? Если бы она хоть раз была бы взяла бы огнестойкого в контроль, он бы ее шотнул нахуй, потому что у нее будет увеличенный урон по ней. Игорь, сожжение 3 секунды. Щитков не могу найти настакать. Если что, я последующий тебе закрою одном. А, следующего не будет, он сейчас взлетать начнет. Она взлетать должна уже. Что она делает-то, блядь? Все полетело. Бегемошекса первым. Тумтяночку, потом ханта. Бегемошекская, поехали. Ебать, не ханту ебал. Поконтрольте, питай его, пожалуйста. Прист. Бегемошекс, живи нахуй, живи нахуй. Все, выбежи, щит на него, выбеги, выбеги, выбеги. Ебать, колотить, блядь. Поконтрольте Наташу, пожалуйста, а то она нахуй меня сейчас шотнет. Короче, бабу у нас икру отдал. Все, убивайте мобов. Убивайте мобов, контрольте ханта. А то выведи. Вы Морхана, блядь, не выведите. Че вы творите? Игорь, блядь. Игорь, пошел ловить мобов. Ой, мобов, блядь. Все поняли, короче, да? Массейв, дай какой-нибудь. Так уже отдавал. Мобов, блядь. Вы че меня слушаете, нахуй? Надо сове вырви глаз сделать. Че было сказано по поводу ОЕ, блядь? Я АУЕ вообще не... Но твои звездопады выбили ханта, он забежал в мелипак, и его там задушили. Ну, я тогда, получается, вообще мобов не должен бить. Тебе надо контролить. Ханта, типа, надо было... Почему ты не контролишь его? В твоем циклоне его нельзя бить. Ничего, сейчас она огнестойкую метку даст, он ей очко порвет. Короче, все, я до конца уже эту фазу. Типа тут можно вывести сразу три пака мобов. Но просто у вас в этом случае должен быть второй танк. Можно, кстати, Анфрой спекнуть. Блять, может реально Фрой просто спекнуть и... Он все равно ничего не делает. Можно его спекнуть, да? Тогда во всем виновата сова. Как всегда. Ну там реально, я же сказал про УЕ. Что там типа, если уешить, вы уешьте так, чтобы не это... Сделали гребаный реворк Т4. Вот все, пожалуйста. Ну видишь, не под всех боссов. Типа, блять, в хэмке реально, блять. На копыте я не могу дамажить, то есть мобы на меня агрятся. Тут я не могу дамажить, потому что хантов убиваю с контроля, блядь. Ну, тебе туда можно просто циклон не стоять, народ, да, корни кидать. Да ладно, нормально. Типа мы ее почти убили, блядь. С половиной народа, который тут не был. Анфора, реально, спекни с танка. Просто если ты будешь танком, по шоквейву можно и всех трех выводить сразу, блядь, потом просто. Ну, кстати, есть другой вариант, саму последний выводить. Ну, или так. Ну, просто видишь, в чем опасность? Ты можешь дать нам, соответственно, просто звездопад, и мне придется отдать тебе стан, чтобы ты нас не кастил. И прист, не надо кидать пристабаф от тьмы. А, не надо? Я... Нет, я не мог фирить, чувак просто в саброд уходил, и все. Ты только танку кинь. Все хорошо. Потому что танку по-любому надо. В любом случае. Что это херня ебашит, блядь, огнем и тьмой одновременно.
Тут поэтому и сопротив у нас наш стоит огонь и тьма. Да ну, в принципе, всю погибель вы уже увидели. Как бы. Бля, как думаешь, сколько будет огнестойкого ДПС, если нам не ветку даст? Если вот прямо сейчас нерв завезут, то нисколько. Я вот сейчас на X2 опять с БДКшкой заходил, 30 тысяч палку. Нормально. Хорошо понятно. Вот без бафов, без всего стоишь, лупишь. Так, что, давайте по бафам. И, в принципе, закроем с вами эту хрень. Короче, тогда давайте... Ладно, давайте все равно не будем экспериментировать, нахуй, уводим двоих, просто с Анфроем проще будет. Он будет забирать, соответственно, а Игорь как бы будет босса ловить, Анфрой контролит, собирать мобов. Ну и огнестойкому как бы надо... Так, ребят, еще один вопрос. Стоп, извиняюсь, что перебиваю. А лапа друида, она же все сопротивляется. Там 75 сопрот, это очень маленький шанс забить. 54. Ну, он как бы есть. 75. Ну, как бы похуй. Просто он слишком остальных статов дает нормально. На каску, локу и аспект. На Анфроя кинуть темной магии? Да, конечно, точно. Угу. И на зиму. Все, кину. Давайте тогда что, по готовности вызывай топаша. Дайте каску, локу, больше ничего не надо. Игорь, дай каску, локу, я кресты кидаю. Локу не надо крест. А чё мне тебе кинуть, блядь? Только каску. Игоря нету огнестойкого, подождите. Не, я... Ну, он тут уже. А, ты... Всё, поехали. Только каску, блядь, ему надо. Извини, паладинов 2. Можешь снять себе крест, блядь. Почему я до сих пор вижу на тебе крест? На жадный. Блядь. Знаешь, как доебаться на ровном месте, блядь. Дали баф, а его неохота отдавать, да. Ну, считай, почти бесплатно. Хороший момент. Поехали. Ебашим. А почему говорю, что все бурсты должны быть, соответственно, отданы в метку? Потому что... Ну... Увеличен урон по ней метки, поэтому если у вас кидается метка, вы просто больше ей дамажите. Афрой, выбеги, пожалуйста. Ты как танк там не особо много ей не дамажишь, а вот маны сожрешь очень много. Чекай, 10 тысяч депс. Чекаю огнестойку, у которого всего 18. Что случилось-то, блядь? Тебе что, резко понерфили? Накаркали. Да я Дезерон звонил. Ну, понятно. Сожжение. Огнестойкий Морхан и Бегемош из первого огнестойкого Морхана, потом Бегемошеское Геро. Вот ты еще раз же сказал, блядь, на первых метках Геру, зачем ждать анонс? Чтобы пробивать чуть-чуть урона? Да, у нас их тут просто два. Огнестойкий, я даю тебе сальву, блядь, нажми Игорь Таунт. Анфрой, дай мне вмешательство. Аж, блядь, две сальвы, ебать. Все, она сейчас будет летать. Готовьтесь, огнестойки к нам, остальные туда и выпивайте зельку. Ну, сейчас. Огнестойки побежал, все остальные зельку. Давайте, давайте зельку. Огнестойкого. Масс диспел. Все, выбивайте его.
Чуть побыстрее, пожалуйста. Чуть-чуть. Олег, дайте. Стан там какой-нибудь. Выбегай, Игорь, выбегай. Теперь Морхана, потом сову. Отбегите, сове. Морхана по чуть-чуть. По чуть-чуть. Выбегай, Морхан, оттуда. Контрольте сову, контрольте сову. Убивайте мобов. Сову не надо убивать. Уважаемый Игорь, ее надо контролить. Ну, ё-моё. Да, только вот у меня я видел, как паладин ее ебашит, стоит. И далеко не я. Сову уже. Дайте, пожалуйста, БР огнестойкому. Игорь, лови. Ребаф ему дайте. ДК, там хильте здесь кто-то. Да я хилю. Ты давай меня не учи мою работу делать. Я дожди клюю. Ман нормально? Да, пойдет. 50%. Все. Еще и беса убили. Суки. Блять. Че, реально нам не хватает тупо, блять, 5% ДПС. Сейчас еще без гера. Короче, где 20-очки будет хватать. Вы можете огнестойком потом еще раз гера дать. Кстати, да. Я понял, вот хитрый план был от него. Огнестойки, анфроби, гимаши, дайте геру огнестойкому. Нажмите геру, у кого она не в КД? Наташ? Вдвоем отдали. А как вы? Вдвоем отдали геру. Бля. Ты их напугал. Но. Так орать. Устроил там орал. Блять, ты меня не бойся, еще в новом городе, скажи, слышал, вместе с Игорем на пару. У меня тут свой есть. Бля, как так нахуй случилось, что мы, играя на этом говносервере, умудрились втроем встретиться в одной гильдии, блять? Что случилось-то, блять? А, она побежала. Ёбаный народ, огнестойкого первого, потом анфро и бегемошица. Контрольте сову, пожалуйста. Я пока лучше не стою. А чё, мы выбивать-то будем огнестойкого-то потихоньку? Не убейте его, пожалуйста. Выбегай, 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 выбегай. Теперь анфрою надо. 5 секунд оглушения еще. Ну как, кто? У нас же Игорь-то еще есть, алло. Не, просто фир дай себе. Блять, Игорь, блядь. Анфрой, ты что творишь, нахуй? ПВПшер хуев. Взял мне в кит в каст дал, блядь. Фир, мнуйте, сове. Выбегай, Анфрой, выбегай, выбегай. Я и ману тьму отдам, чтоб сейчас эти мобы нам ебало не сильно сломали. А у меня же на огонь, да? У меня на огонь. А, бля! Контроль дайте сове. Сове стан. Гимна хп. Уже отдал, все отдал. Мобов. Небес, огнестойкий. Я прожался, как могу. По мной бегут. Игорь, лови там.
Дикей, похильте. Дикей, хильте. Да хилю, 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 хилю. А дыму... Мобов, бейте. На кому? Он еще раз умер. Его резать надо. Никуда еще. А, что-то мобы-то очень долго умирают. Хотя, может, блядь, его похилить, а вы... Блядь, и что-то хуй знает. А, пушистый лоб, бежим, молчишься, морхан под босса и ебашьте, что я могу сказать. Ну, босс, ебашьте, соответственно. О, заебись, я хоть моба, ману порисую. Да, Гиндон? Да давайте. Чего нет, блин? Мы успеем, может, ее убить, а? Блять, вряд ли. Может, блять, шоки хуяли в нее, господи, похуй, ебошьте в нее все, что можно, блять. Да, блять! Серьезно? Сука. Да? Может, она дот сдохнет? Не сдохнет, пушит. Лока первым. Славе контроль дать. И лока первого водите. Славе лягушку там. Стан в сову там. Да и зачем мне лягушку-то? Как вам лягушку дать в сову? Вы чё, наркоманы проклятые? Нет, хан. Я буду видеть сову. А нет, не могу. Сейчас там звездопад залетит по 100 пудов. Полетел звездопад, стан дайте какой-нибудь. Теряйте его. Выведите Морхана, пожалуйста, пока у нас не перешотал к хуям собачьим. На пару совой. Выведите Морхана, я контролю сову. Морхан сзади стоит, выведите его, пожалуйста, иначе у нас перешотает просто. Выбегай, выбегай, выбегай. Все, все, стопы, сову контрольте. Все играют мобов. Контрольте сову. Сова убежал. Я контролю, не бегай тут, зачем? Тогда все, ты контроли, все играют в мобов. Спокойно убиваем мобов, время есть. Нам потом, нам, понимаете, нам просто призвать погибель. Блять, может его выбить, и мы просто убьем погибель, там 100 тысяч. Анфрой пока поддержит. Выводите его, выводите. Быстрее выводите. Охуеть, блядь. Массейв сейчас дай какой-нибудь, давай массейв. Какой? А, ШВ. Внимание, это еще. Я дал ему на тьму. Лови, лови. Чего она не садится? Лови. Она просто шлюха. Добейте босса. Босса, добейте 70 тысяч. Пиздейшая, блядь. Кстати, щит нормальный. Анфрой, у тебя на танка же там последний докин, да, насколько я помню? Щит, верни, конечно, щит-то, блядь. Ага. Он еще выглядит пиздато, блядь. Все, наконец-то я могу нахуй отсюда уходить с этого ебаного плотины. Решай, Ваня. А че Ваня-то, блядь? Ваня у вас как бы немножко так, это, заместители РЛА, блядь, по совместительству. Еба, Андрюха. Козейкушка.
Не Козекуш, а Ан-Де. Я ему эту хуйню уже три раза писал. Вот так вот. Ну что, у тебя, смотри, Анфрой, у тебя же не на мейн-спек и ебаный этот токен. Дай народу новый спек, потом заберешь. Господи, в чем проблема-то? Сам же знаешь, что... Кому у вас сколько на офспеке идет? Соответственно, Морхану, как я понимаю, фул, не? Мне на мейн, на сову. Морхану на мейн. Кто еще? Все, всем удачи, я пошел. Давай, Сань, удачи, до завтра. У меня тоже одна есть, вторую могу сейчас купить. Вот прямо сегодня могу ее закупить. Мне на мейн. Вот смотри, ты... Получается, Паша, у тебя на офспек, а у них 30 тысяч штук на мейн идет. У тебя по полезности, смотри, вот у тебя есть Морхан, Бегемошек, Стяночка Лича, как бы Анфрой на офспек, если вам не танк, блядь, как бы одетый еще один. Или хотя бы одетый танк, про товар может потанчить спокойно там зиму спекнуть в некоторых моментах, когда уе надо. Ну, я бы на твоем месте сейчас бы кинул ролом Морхану Бегемошексу. И ДЦ. Ну, вот еще. Нет, ты просто, у тебя два человека за роль, то есть у тебя один.